Отдельная гардеробная комната – мечта для каждой девушки. Уголок красоты, где наряды, туфли, сумочки и прочие любимые сердцу вещи будут разложены по полочкам. А нужно ли так много места, как мы себе воображаем? Ведь в теории гардеробную можно устроить и на совсем небольших квадратах, просто выделив часть пространства за шторками или даже условно ширмой. Гардеробную можно организовать даже в квартире небольшой площади. Это может быть какой-то угол, либо место вдоль стены. На сегодняшний день существует много гардеробных систем, которые позволят создать маленькую умную гардеробную даже на 3 квадратах. Главное все грамотно спроектировать еще на этапе планировки. Гардеробная тема хороша, что человек сам организует свое пространство при помощи различных механизмов, таких как пантограф, позволяющий разместить одежду на разных уровнях, выдвижные ящики, вешала, корзины, полки, сетки под обувь, брючницы, галстучницы. Все эти механизмы легко помещаются даже в маленький гардероб, используя все пространство от пола до потолка. Поверьте, голые стены вам не пригодятся, а свободное место под пылесос, коробки или даже принтер очень даже. Универсальные системы хранения помогут оборудовать не только гардеробную, но и мастерскую, кладовую, детскую или кухню. С точки зрения потребительских свойств, система хранения очень универсальная и наиболее, так скажем, пригодная для реализации любых практически пожеланий человека. То есть эти системы хранения, они позволяют быстро, легко и эффективно, значит, изменить конфигурацию, то есть трансформировать, так скажем, вот ту конструкцию, которую изначально, допустим, человек запланировал. Таким образом, можно менять расположение предметов без строительных приспособлений и инструментов. Наша задача будет состоять в выборе нужных элементов. Сразу определимся, какие предметы нам нужны. Разбиваем вешалки на несколько уровней под пальто, рубашки и брюки. По необходимости добавляем отсек для аксессуаров, куда уберем все любимые украшения или галстуки своего мужчины. Это более компактный вариант, чем шкатулки или вешалки. А придать законченный вид помогут кофры для одежды и даже обуви. Если туфель, ботинок очень много, а это для жительниц мегаполиса является обязательным условием, каждую коробку можно подписать. Много времени это не займет, зато нужная пара при случае отыщется быстрее. Гардеробная может стать элементом дизайна интерьера комнаты. Если, открывая дверь в гардеробную, ваша комната стала больше, ярче, интереснее, значит, проект удался. Гардеробная выигрывает у громоздких шкафов, комодов и стенок. Если учесть все правила планирования, захламлять пространство лишней мебелью уже не захочется. Главное – найти силу воли выйти из любимой комнатки утром хотя бы на работу.